Президент Беларуси провел совещание по рациональному использованию высвобождаемых площадей промпредприятий. Александр Лукашенко требует повысить эффективность использования государственного имущества. Особое внимание привлекательным объектам в центре Минска. Решено, что развивать эти территории будет парк высоких технологий. Глава государства поручил в течение недели доработать соответствующую документацию и представить ему на рассмотрение. Через 2 года в центре Минска должен появиться новый бизнес-квартал для IT-индустрии и сопутствующая инфраструктура для торговли, общественного питания, спортивных занятий. В Минске проходит международная конференция «Миграция и демографическое развитие Беларуси и сопредельных стран». Эксперты из десятка стран обсуждают опыт нашего государства по успешному проведению миграционной политики и укреплению принципов толерантности в обществе. С 2013 года сальдо миграции превышает уровень естественной убыли населения. 90% мигрантов прибывают в Беларусь из России, Украины и Казахстана. Личный состав национальной антарктической экспедиции отправился сегодня на Южный полюс. В этом году белорусский груз составил почти 40 тонн, в том числе второй модуль белорусской полярной станции, а также оборудование, топливо, продукты питания. Белорусским полярникам предстоит не только установить жилой модуль, но и провести исследования в области микробиологии, биоресурсов и полезных ископаемых.